Всем привет, с вами Ромашка. Сегодня я вам хочу показать дизайн ногтей, который мне навеяли зарубежные нейл-блогеры в Instagram. Кстати, там теперь есть и моя страничка. Для начала необходимо затонировать ногти, так, чтобы как можно сильнее свободный край сливался с ногтевым ложем. У меня для этого идеально подошло одно из базовых покрытий. Все названия использованных материалов я оставлю под видео. Наношу в три слоя, но безымянный в один, как базу, под розовый лак. Когда покрытие полностью высохло, наношу рисунок белой акриловой краской. Использую кисть лайнер. После того, как краска полностью высохла, на мою любимую сушку устанавливаю заклепки. Чтобы дизайн смотрелся интереснее, перекрываю его матовым топом. После с помощью зубочистки ставлю капельки обычного топа для глянца. Все, дизайн готов. Если маникюр вам понравился, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и читайте меня ВКонтакте. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Ромашка. До встречи!